Всем привет! Это видео для тех, кто хочет сделать свой велосипед электрическим, причем сделать это самостоятельно. Вот этот набор, который сейчас расположен на моем столе, позволит вам ездить намного дальше, легче и, конечно же, не напрягаясь. Причем использовать его можно практически на любом велосипеде. Мы предоставляем вам заспецованный вовод мотор. И называется он мотор-колесо, у которого стандартное посадочное место, у которого уже есть хвостик с выводом на контроллер. Вы нам обязательно сообщите диаметр своего обода. Мотор-колесо, насколько вы можете видеть его, оно компактное, оно не тяжелое, и сейчас мы его, конечно же, взвесим и выглядит очень даже приятно. Оно к вам приедет вот в таком заспецованном виде, полностью готовом к установке. Здесь будет такой хвостик, который вы присоедините потом к аккумулятору. Ну а сейчас все-таки взвесим. Итак, на весах заветный нолик. Три и шесть десятых килограмма вместе с ободом, спицами и мотором. Такое колесо устанавливается на любой велосипед абсолютно легко. Свое колесо снимаем, разбортируем и устанавливаем ободную ленту, камеру и, конечно же, покрышку. Ставим на свой велосипед и дальше делаем еще небольшие манипуляции. Первое. Вам нужно будет прикрепить в раму велосипеда вот такую сумку. Она абсолютно легко, четырьмя вот такими липучками, если у вас классический треугольник рамы, ставится на этот треугольник. Затем в нее мы поместим аккумулятор. Вот такой компактный аккумулятор, при этом у него 36 вольт и 12 ампер часов. Этот аккумулятор мы называем в текстолитовом корпусе. Поэтому, если нам будете звонить и спрашивать о таком аккумуляторе, пожалуйста, так его и называйте. Это литий-ионный аккумулятор, который служит ориентировочно, ну, примерно 5 лет, если вы правильно его эксплуатируете. Далее. И, конечно же, чтобы все это начало работать, вам необходим контроллер. Вот контроллер и объединяет все это оборудование на вашем велосипеде. Контроллер и аккумулятор будут находиться в этой сумочке. Компактно, удобно, легко. И, конечно же, все разъемы контроллера уникальные. Все они абсолютно легко соединяются. Глядя на это видео, вы все увидите. Вот каждый разъемчик, он будет подходить только под определенный разъем. Вы соедините аккумулятор с вот таким разъемом. Ваше зарядное устройство будет подключаться к этому разъему. Оно идет в комплекте. И хвостик от контроллера соедините с колесом. Здесь также уникальные идут разъемы. Все это соединить и смонтировать на вашем велосипеде практически не представляет никакого труда. Поэтому берем колесо, устанавливаем, и теперь уже любая горка будет вам по плечу. Конечно же, с помощью вот такого электронабора. Он не самый мощный, это 350 Вт, зато он легкий, компактный, удобный и, в общем-то, самый народный, потому что его цена вас, безусловно, порадует. Ссылочка на описание, цену и наличие под этим видео в описании. Смотрите, звоните, обращайтесь. С вами Веломода.